Сегодня у меня было интервью в гидропарке. Встретил ребят наших и не наших. Очередной обзор гидропарка. Смотрите, и вам будет интересно. Как тебя зовут? Данил. Данил. Меня Саша зовут. Андрюха. Андрюха. Привет. Вы сюда ходите как часто? В неделю? Каждый день стараетесь. Вы учитесь, работаете? Учитесь, да? Учимся. Отлично. Ну, в принципе, мотивирует, да, приход. Гидропарк довольно-таки место, наверное. Да. Есть чему поучиться, есть с кем пообщаться. Да, это вообще ко всему стимул придут, и к учебе, и к работе. Сразу желание появляется. What is your name? I'm Kesi. Kesi? Yeah. Alex. Alex Trophy. Yes. Monday, I'm on Saturday. Uh-huh. Just like today. Okay. When I'm free, I come and train maybe 3 hours. At times I stay more than 3 hours. Uh-huh. Just to get a good result. I'm from yes. Cuba, Havana. That's why we're in communist. Yes. Yeah, but now we're staying coming. Yes. Want me to put bend down and study. Yes. That's why I can be able to train here two days, okay? Okay. Yeah. Thank you very much. Yeah, yes. Cool. Yeah, take care. I can get my mind right. I'm trying to figure out my life. I told you I just got so much going on. Let's try it out when the time's right. Whoever said you don't know what you got till it's gone, shit, they wasn't wrong. Cause I've been going through so much pain, you can hear it in my voice and my songs. Baby, you don't even miss what we had, yeah, I just want all that back. Baby, I don't even know where I'm at, I really feel like I'm falling off track. Baby, girl, I used to hit you up when I would feel afraid. Tears running down my face, you told me I would be okay. Better days, I used to promise you that we would get away. Drunk text, you hate me, that's some shit that you should never say. If you hear this, hit me up. Hard times, lift me up. I've been feeling low, be my alarm clock and get me up. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Everything that I've done. When I call you, never seem to be home, oh yeah. Как тебя зовут? Дима. Меня Саша будет, Саша. Привет. Да, ты как часто занимаешься сейчас? Рідко дуже. Ні, ну мотивація завжди є, так як, ну я цього прагну, але вдома, кожними днями на роботі, ну, виморює. Ні, я з 13-го року тут, в Києві, і оце з 13-го року, в 14-му я почав сюди ходити, потім вступив в команду, була стріт-воркаут команда Wild Wolves. Ух ти! Да. У нас було поначалу 12 людей, потім виступали по школах, в універах, робили виступи. Угу. Ну так десь років 3 була команда, а далі вже кожен по своїй дорозі пішов. По жизненным путям разошлись. Ну да, кто перестал заниматься, кто пошел в другую команду. Ну а я уже сам по себе. Ясно. Что можешь пожелать молодым начинающим воркаутерам? Ну, самое главное – это бажання. Если немає бажання, ну, никаких целей в жизни не будет. Главное – захотеть. Робити, чтобы другие бачили, что ты можешь, и они смогут тоже. Бажання. Самое главное – бажання. Хорошо. Спасибо. И мы можем пожелать всем подписчикам дальше продолжать заниматься. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик, ставьте лайки, дизлайки, пишите в комментариях, если хотите что-то новое увидеть, потому что есть кому показывать. Пока. Whoever said you don't know what you got till it's gone, shit, they wasn't right.